Дорогие друзья, я вам сегодня хочу рассказать про такие великолепные капсулы для очищения сосудов и крови, как Кансинь. Это китайские тибетские капсулы. Это рецептура, которая уходит корнями в 5000-летние традиции тибетской медицины. К сожалению, я вам пока что не могу показать, поскольку этот продукт еще в пути, он к нам с вами едет. Но картиночку, то есть лицевую часть этикетки, вот вы увидите в углу экрана, в левом углу экрана. И, соответственно, от меня в левом, от вас вправо. И, соответственно, друзья мои, это просто великолепный продукт, которому я могу слагать целые оды. Я знаю этот продукт с 2007 года. Как врач, как специалист, я рекомендовала его своим пациентам, и мы получали великолепные результаты у людей, которые страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями, такими как гипертоническая болезнь, стенокардия, склонность к тромбообразованию, последствия инфарктов и инсультов. Во всех этих случаях продукт работает великолепно, так же, как он великолепно работает при вегетососудистых дистониях, при варикозном расширении вен в сочетании с нашими замечательными пластырями на стопы. Вы знаете, вот я когда увидела вот эти первые эффекты работы этого продукта, я была очень удивлена, потому что у меня были пациенты, которые спасались при гипертоническом кризе рассасыванием содержимого капсул сублингвальным. Мы видели эффект работы этих капсул при гемосканировании. Очень часто приходят пациенты на гемосканирование, и мы не можем просмотреть сывороточную часть крови, просто потому что идет жуткое сгущение крови. Вот этот эритроцитарный сладж, он сейчас есть практически у всех. Люди практически не пьют воды, у них очень густая кровь. Ведь сейчас кардиологи что назначают? Производные аспирина, да, кардиологическим больным, для того, чтобы разжижить кровь и воспрепятствовать возможности тромбообразования, коагуляции, то есть агрегации, извините, эритроцитов и образования тромба. Так вот, сейчас у нас есть возможность такая с помощью капсул Кансинь уменьшить эти процессы, уменьшить вязкость крови. И мы это видели на гемосканировании. Приходит человек с очень густой кровью, мы ему даем капсулу открыть, высыпает содержимое капсулы под язык и рассасывает. Через 20 минут смотрим кровь, как у молодого, как у ребенка. То есть все эритроциты отдельно, жидкая часть крови отдельно, все видно. То есть вот это слипание эритроцитов уходит при сублингвальном приеме капсул Кансинь. И вы знаете, я вам хочу сказать, что, скорее всего, вот это вот гипотензивное действие этих капсул, то есть снижение артериального давления при его повышении у пациентов с гипертонией, связано именно с вот этими эффектами улучшения реологии крови, снижения вязкости крови, улучшения текучести крови. Плюс эти капсулы способствуют рассасыванию холестериновых бляшек, и у нас есть результаты, подтвержденные. Вот, например, у меня есть пациентка, у которой было 3 холестериновых бляшки в сонных артериях. И на нашей программе, там была серьезная программа, которая включала и очищение организма, естественно, но, конечно, ключевым элементом этой программы были капсулы Кансинь. И вот у нее полностью рассосались холестериновые бляшки, и это было подтверждено обследованием, таким как УЗИ глубоких сосудов головы и шеи. То есть, понимаете, да, это клинически подтвержденный результат. Поэтому, друзья мои, эти капсулы в пути, они едут к нам с вами. Многие люди, которые использовали эти капсулы когда-то и искали их, они теперь просто в неописуемой радости, потому что это у нас появится, потому что это действительно великолепный, серьезнейший эффект восстановления при сердечно-сосудистых заболеваниях. И причем они работают очень интересно, они еще чистят действительно кровь и чистят межклеточные пространства. В моей практике огромное количество было пациентов, которые начинали принимать капсулы Кансинь, и вот они говорят: у меня изменился запах тела. То есть, говорит, такое впечатление, что у меня через поры выходит какая-то дрянь, которая была в организме. Это действительно так. Обычно это случается на первой неделе. То есть вот это очищение происходит, и у человека, естественно, меняется потом запах тела, запах пота в лучшую сторону. У меня была пациентка, это врач, она работала в свое время лаборантом в химико-токсикологической лаборатории. Потом она ушла, ну, скажем так, в нетрадиционную медицину, в неофициальную, да, она стала заниматься различного рода мануальными практиками, и она использовала очень многие наши продукты, в том числе, допустим, ортопедические пластыри, да,
И когда мы рассказали ей о капсулах Консини, она говорит, мне это нужно. Возраст, вес, кстати, на них часто еще и вес снижается у людей, поскольку нормализуется липидный обмен. Так вот, она начала принимать эти капсулы, и где-то через 3 дня звонит мне, говорит, Елена Алексеевна, ну и как вы думаете, что произошло? Я говорю, что? Она говорит, я встала утром, и я чувствую какой-то запах, говорит, какой-то химии вот в доме. Хожу, запах, вот. Я, говорит, думала, муж делает ремонт, может быть, там какие-то используют там ацетон, еще что-то для очищения. Не пойму, хожу, спрашиваю, говорит, у мужа, он ничего не ремонтирует, ничего не делает. А говорит, меня преследует этот запах. И говорит, только когда я пошла в туалет, я услышала этот запах от мочи. И говорит, я поняла, и я вспомнила этот запах. Это, говорит, запах реактивов той химико-токсикологической лаборатории, в которой я работала. Вы, говорит, представляете, Елена Алексеевна, где у меня это было, где оно лежало, что через 20 лет это стало из меня выходить. Представляете, вот такой вот отзыв мы получили от моей коллеги, которая когда-то работала с вредностями химическими. Поэтому многих людей, особенно которые работали с какими-то вредностями химическими, например, вы можете услышать, да, на первой неделе приема капсул Консини, допустим, вот этот запах тех химикатов, которые у вас в организме где-то находятся, где-то лежат в межклеточных пространствах, возможно, там в печеночных клетках, и которые консинь тоже выводит. То есть вы представляете, какой многогранный, какой великолепный продукт мы скоро получим. И какие великолепные результаты можете получить вы, можете получить ваши знакомые, ваши близкие, ваши родные, у которых есть сердечно-сосудистые заболевания или которые подвергались каким-то вредностям технологическим. Это просто шикарный продукт, действительно продукт уникальный. Аналогов ему действительно нет. Те, кто принимали его и сравнивают с другими фитопрепаратами, они говорят, ну вот просто нет сравнения. Это самый высший и самый лучший продукт, который только есть на этом рынке. Так что, друзья мои, скоро эти продукты поступят, они уже есть на сайте, вы можете их заказывать, и как только продукт придет, вы их получите. Желаю вам здоровья, желаю вам счастья, желаю вам благополучия.